чего именно не хватило, на ваш взгляд? Да мне кажется, перехватило. То есть я так ощущаю по себе, по команде, что все-таки это первый домашний матч, и повесили мы себе и на ноги, и на руки некие гири, которые нам мешали показывать то, что мы умеем, и то, что мы хорошо делаем. Вот. Сегодня, ну, если мы берем волейбольную часть, ну, проиграли там в каждой партии по 2 очка. В общем и целом, можно где-то и с неудачей с какой-то связать, да. Ну, конечно, мы не показали, наверное, то, к чему готовились, не показали то, чего ожидали сами. И, ну, это нормальный рабочий процесс. Будем делать работу над ошибками. В общем и целом, ничего не произошло. Как я сказал ребятам, что лучше сейчас получить, вот, и потом, как говорится, встать и идти заново, и уже к важным матчам у нас, в общем-то, предстоит и выезд в Белгород сейчас тяжелый, и уже после этого суперкубок в Кемерово, и полуфинальная часть Кубка России в Новосибирске. Поэтому ничего страшного. Я думаю, нам сейчас полезно вот этот холодный душ принять для того, чтобы мы поняли на данный момент, что мы не какие там не фавориты, там суперфавориты, суперзенит. Ну, сейчас нет. Сейчас это не так. Мы абсолютно хорошая команда, боеспособная, которая способна играть на равных с любым соперником и побеждать, конечно же. Ну вот сегодня сделаем анализ над ошибками. Я думаю, что в следующей игре мы уже предстанем в другом лице, как птица Феникс. Вот есть такая. Я думаю, что это наша цель сегодня опять воссиять, наверное, если так красиво можно выразиться.